Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг, быстро! Артём, с тобой все в порядке? Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. Давай, Артём! Я останавливаюсь не на секунду. Слева! Они слева! Теперь справа! Говори.
Да, это было... Это было жарко. Еще все ящики закрыты, блин. Вот демоны. Открывается на следующем уровне сложности, что ли? Мы как невидимые. Для кухни мы не очень. Думаешь? Они заразу по дороге припрятали. Вот, блин, демоны. Что? Поехали? Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Чего? Давай! Давай, упырья жало! Давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Взять небеса штурмом, вокруг свинцовой тучи будут стена стоять. Ступени изъедены временем и крошатся под ногами, а ветер такой, что кожу с мяса сорвать, кажется, может. Нас ждут на небесах, наше место под землей. Прячься! Она улетела!
Найди способ сюда добраться! Держим путь наверх. Какой верх и как туда подняться? Мы не здесь же. Видимо, нет. Ё-моё. Thank you.
еще выше подниматься? Видимо, да. Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его.
уничтожить его. Он пришел истребить нас. Уничтожьте его. Артём. Нельзя позволить ему. Из огня да в полымя. Мозгах. Классно. Сдавайся. По-моему, я зря это сделал. Нельзя позволить ему. Уничтожьте его. Остановите его. Упоривают мозги. Остановите его. Уничтожьте его. Врагов надо истреблять. Остановите его. Остановите его. Уничтожьте его. Врагов надо истреблять. Уничтожьте его. Нельзя позволить ему. Остановите его. Уничтожьте его.
Захват цели завершен. Артем, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом – метро. И мы победили». Вот так, друзья, на этом заканчивается. Это путешествие по метро, по постапокалиптическому миру. Что может быть с ним? Спасибо вам за просмотр. Всем удачи. Всем пока. С вами был Андрей Барсов.